Более 700 пожарных извещателей бесплатно установили в домах и квартирах многодетных семей Дзержинского района. Устройство реагирует на количество дыма и может вовремя предупредить о начале возгорания. По сравнению с прошлым годом пожаров стало больше, поэтому сегодня специалисты напоминают жителям частного сектора о правилах безопасности. Тикающий звук прибора говорит о том, что в этом месте происходит утечка газа, а потребуется выезд специалиста и ремонт. Здесь резьбовое соединение стоит. Скорее всего, грунт сыграл. Самое слабое место здесь, то есть вызывается техник, разбирается, заново все подматывается, монтируется. Газ этот, как бы легкий, если он большой концентрации скапливается, то есть, ну, может быть, возникнуть все. Разные могут быть случаи. Состояние газового оборудования, печей и исправной электропроводки – ответственность собственника жилого дома. Впрочем, ежегодно муниципалитет выделяет финансовую помощь на ремонт. Такие рейды помогают найти нуждающихся в адресной помощи и предупредить пожары с началом холодов. Но главное – избежать человеческих жертв. Причины, да, в своем большинстве – это, конечно, электропроводка. Ну и когда наступает похолодание – осенне-зимний, как вот сейчас как раз период, то начинают жители топить печи, то зачастую бывают пожары по причине неисправного печного отопления. Автономные пожарные извещатели уже зарекомендовали себя. Прибор реагирует на скопление дыма и издает громкий звуковой сигнал. В случае возгорания люди могут успеть эвакуироваться или даже потушить пламя, если очаг небольшой. В этом году 2000 новосибирцев установили извещатели в домах и квартирах бесплатно. Пенсионерам, одиноко проживающим инвалидам, значит, матерям, значит, одиночкам, то есть неполные семьи. Также, значит, категория, значит, многодетные семьи. Чтобы бесплатно установить автономные дымовые пожарные извещатели в домах и квартирах, необходимо обратиться с заявлением в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Татьяна Кияева, Елена Богатырева, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.